Грамотно планировать личный бюджет, научиться ориентироваться в мире финансов, а также обезопасить себя от мошенников. Этому вас научат на 6-й ежегодной Всероссийской неделе сбережений, в рамках которых пройдет серия бесплатных лекций, семинаров и консультаций финансовых экспертов. В Ненецком округе акцию проводит Департамент финансов и экономики совместно с Региональным центром развития образования при поддержке Министерства финансов России. Для повышения финансовой грамотности людей уже сделано многое. Созданы социальные ролики, работают горячие линии, просветительские сайты, изданы информативные материалы и многое другое. Тем не менее, уровень знаний пока не высок. Уровень финансовой грамотности жителей нашего региона, да и в целом по стране, пока еще недостаточно высокий. Так, по данным Национального агентства финансовых исследований, индекс финансовой грамотности Ненецкого автономного округа определен ниже среднего. Мы занимаем место в группе с 53 по 69, так сказать, пункт по России. Наши жители плохо распознают признаки финансовых пирамид. Всего 15% граждан могут распознать мошенников. В рамках недели сбережений на базе библиотеки имени Пичкова начал работу факультет по финансовой грамотности. Тематические лекции здесь будут проводиться раз в месяц. Каждая из них посвящена отдельной теме. На первом занятии пожилым людям рассказали о том, как не стать жертвой мошенников. Именно они чаще всего попадаются на уловки преступников. Мошенничество узнать, что такое. А что вы знаете о мошенничестве? Да, вот то деньги теряются из кассы, там, из сбережения-то, да, по дому когда-то приходят какие-то мошенники, спрашивают там. Вот, хочу узнать, как с ними бороться. Мероприятия по формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к своим личным сбережениям рассчитаны для всех категорий граждан. Это и конкурсы семейных творческих работ, викторины по финансовой грамотности для школьников и студентов, а также семинары для педагогов, посвященные семейному бюджету и стратегии инвестирования. Кроме того, запланированы профориентационные игры и экскурсии. Особое внимание будет уделено цифровизации банковских услуг. Все мы очень активно с вами пользуемся цифровыми финансовыми сервисами, переводим деньги с помощью компьютера, смартфонов, часто даже не подозревая того, что нас ждет какая-то опасность. И в один клик мы можем лишиться всех своих сбережений. Поэтому в рамках этой недели особое внимание уделено данным мероприятиям и информированию населения о возможных рисках. Мероприятия по финансовой грамотности продлятся до 14 ноября. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».